Друзья, привет! Хотела записать это видео на 14 февраля, потому что многие чувствовали себя жестоко одинокими. Хотела поговорить про выработку серотонина, про то, что у людей часто из-за отсутствия серотонина возникают депрессии, головные боли, тревоги, плохие настроения, упадочные мысли и так далее. И сегодня я вам расскажу, как поднять уровень серотонина. Особенно актуально это для тех, кто сидел на наркотиках. Если вы не знаете, то люди, которые сидели на наркотиках, потом очень долго не воспринимают реальность за чистую монету, и серотонин им просто необходим. Кстати, если вас мучают какие-то навязчивые мысли, или вам кажется, что вы там безумно влюблены и страдаете по парню или девушке своей мечты, которая не отвечает вам взаимностью, кстати, это тоже может быть показатель отсутствия достаточного количества серотонина в вашем И мозгу. когда приходит пациент к психологу с отсутствием серотонина, и разговор уже не помогает, то, конечно, нужно прибегать к какой-нибудь химии, там, антидепрессантам и так далее. Но если есть возможность, например, почаще бывать на солнышке, или сходить в солярий, или хотя бы в темное время суток зажечь побольше лампочек, чтобы серотонин все-таки как-никак хоть немножечко вырабатывался, нужно обязательно это Вы знаете, сделать. второе средство кому-то покажется смешным, однако это рабочая схема. Если вы сутулитесь, ваша сутулость иногда может отвечать за чувство вины, за скованность, за сдержанность, чувство стыда. Если вы распрямите плечи и будете стараться ходить прямо уверенно, то есть поможете своей осанке выглядеть здоровой, то, возможно, вы почувствуете и внутреннее улучшение. Конечно же, чтобы повысить уровень серотонина, нужно кушать продукты, содержащие... Серотонин, к сожалению, не содержит продукты, но содержит аминокислоту триптофан, которая и вырабатывает серотонин в вашей И голове. рекордсменом по содержанию триптофана является твердый сыр. Вот почему у некоторых людей с лишним весом есть зависимость от сыра, потому что он реально вырабатывает серотонин. Ну а дальше это нежирное мясо, яички, чечевица. Немного содержится в вешенках, фасоли, твороге. И необходимо употреблять витамины группы В. Не забывайте также про продукты, богатые магнием, потому что он также помогает вырабатывать нам серотонин. Это практически все овощи и фрукты оранжевого цвета. Ну и желтого. Дыня, тыква, апельсинчики, И, бананчики. конечно, как всегда я говорю, самый лучший способ повысить серотонин – это заниматься физической нагрузкой. Общение с близкими, дорогими вам людьми, а также хороший и здоровый сон, конечно, обязательно сделает вам услугу. А это повысит уровень серотонина и улучшит ваше настроение. Высыпайтесь, хорошо питайтесь, любите друг друга.